Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Чудесное утро. Еду я в лес собирать грибы. Посмотрите, какая красота у нас. Тепло. Мы едем в наш уральский лес. Будем собирать грибы. Ну и вы, конечно, со мной. Едем. Вот, друзья мои, посмотрите. Первые грузди. Вот видите, бугорочек. Сейчас я его раз. Вот так. Два даже. Два. Вот, а еще один. Вот, а такой. И вот. Откопал. Сейчас сорву я их. Все закопаю, как положено. Посмотрим на их. Ну, вот два. Исключительные. А вот эти два уже все, я такие не беру. Ну, будем дальше собирать. Грибы есть. Вот еще один нашел. Посмотрите. Вот видите, бугорочек. Тут растет грусть. Какой красавчик. Нравится мне их собирать. А тут настоящая тихая охота. О, да тут их сколько? Тут их три. Их вот не видно. Ходишь, выискиваешь. Так приятно, когда найдешь. Посмотрим. Посмотрите, какие они. Они идеальные. Вообще супер. Берем. Вот и все у меня находочка. Вот такая вот груздочек. И вот такой здоровый стоит. Но я его даже резать не буду. Пусть растет, порадует, может, кого. Мне вот такие вот нравится собирать. Мариновать. Такие находочки сделал. Вот это все не сорвал. Вот такой вот большой. И он идеальный. А вот два поменьше, все. Трезал их, они аж твердые такие. Ну, мы закопаем сейчас их. И посмотрим. Вот это тоже порадовал. Сейчас его срезал. Получилось 2 на 2. Ну, в общем-то, они в этом году чистенькие. Большинство чистых. Пока вот так. Посмотрите, друзья мои, сколько рыжиков. Осень. Они все растут. Но их рвать не буду. Пусть растут. Кого-нибудь порадуют. Сегодня я хочу собирать грузди. Вот что. Вот такой лес у нас. Осенний. Такая красота. Полон грибов. Собирай, не хочу. Наш Урал. Вот волчья лыка. Ядовитые растения. Такие красивые ягодки. Но они очень ядовитые. Когда с детками в лес ходите, предупредите их, что их есть нельзя. Они ядовитые. Яд.
на вид соблазнительные. Вот, друзья мои, встретил я снова вот такие грибы фиолетовые. Теперь я знаю, как они называются. Друзья у меня мне написали в соцсетях. Это грибы-паутинники. Их называют условно съедобными. Но я не стал больше о них информацию брать. Я такие не собираю, условно съедобные. Я только собираю те, которые съедобные. Такая информация для моих подписчиков, зрителей. Вот посмотрите, друзья мои, какая семейка. Вот как они растут. Раз, два, три, четыре. Четыре. Вот не зря у нас в Цирляне их называют, эти грузди, воротилками. Не знаю почему, но думаю из-за того, что они вот так вот пробиваются, воротят все, всю землю. А все это сухие грузди. Правильно, если их назвать. Есть мокрые грузди, те такие восковые, с бахромой внизу как-то там. Но их давно уже у нас нету. Но есть они в березовых лесах. Это вот сухие грузди. Такие мы грузди называем воротилками по-местному. Берем. Три идеальные. А тот, который большой, чуть-чуть пошел. Сейчас мы его посмотрим. Разрежу его. Вот такие наши воротилки. Шикарные грибочки. Вот такие находочки. Я уже на них десяток срезал. Но все вам не показываю. Вот самые такие. Наш лес. Урал. Осень. Трава еще зеленая. Вот, друзья мои, посмотрите, какая костяника. Такая чудесная ягодка. Грибочек вот-то. Мухоморчик. Переехал в другое место. Но здесь что-то похуже. Собираю маленько. Поищу. Нет, значит, домой поедем. Вот они встречаются здесь. Ну, вот такие вот большие уже. Это даже рвать я не буду. А вот посмотрю. Вот вернулся назад, где собирал. Вот такие вот находочки. Радует. Будем собирать. Продолжим нашу тихую охоту. Вот, друзья мои. Видите грибы? Я думаю, что вот это вы видите. И вот здесь вот еще должны быть вот под шишкой. Сейчас посмотрим. Вот так. И вот так. Вот так их собирают. Срезал и закопал потом. Чтобы все было чистенько в лесу. Ну, друзья мои, результат моей тихой охоты в двух пакетах тут у меня. Ну, где-то ведерочек-то я набрал, это точно.
Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною, посмотрели это видео, погуляли со мной, пособирали мои грибочки. Всем пока, всем мира и добра, берегите себя и своих близких. С вами был Владимир. Пока-пока, удачи всем.